Всем привет! Вы на канале Просто Детки, и у нас сегодня обзор игры Cuphead. Игра называется, если дословно, «Не имеет договора с дьяволом» или что-то такое. Игра выполнена в стиле, не знаю, наверное, столетней давности уже, но от этого она не становится менее прекрасной. Меня уже не один раз просили ее записать, и вот я попытаюсь сегодня это сделать. Сначала предыстория. Вот видите, Cuphead, не договаривайтесь с дьяволом. Итак, игра на английском языке, но я вкратце буду переводить по мере своего познания. В общем, жили вот кружка и чашка, два брата-акробата, грубо говоря. У них был старший такой чайник там, или как, то есть, грубо говоря, их отец, да? А они там себе играли, он их предупреждал, что не нужно далеко отходить от дома. Совать свой нос, как бы никуда не свои дела. Но однажды они, в общем, пошли далеко от дома, перешли там через забор или там через дорогу, в общем-то, и попали, смотрите, в казино, да? Казино — это вообще плохо, а в этом случае, когда казино дьявола, то это вообще втройне хуже. И вот они зашли туда и решили поиграть в кости, да? То есть, в общем, они играли, им везло, а дьявол, он как бы говорил крупье, скажем так, что пускай они все время выигрывают, пускай там им везет, то есть пускай они их затягивают. Так всегда во всех играх азартных, то есть сначала вам дают выиграть, чтобы вы поверили, что вам безумно везет, а затем потом раз, и в одночасье вас, скажем так, полностью на все, что у вас есть, разводят. И, в общем, дьявол им предложил: давайте сыграем, увеличим ставки, то есть играем по-крупному. А если вы выигрываете, то получаете, в общем, все, что у меня есть, там, казино и так далее. А если вы проигрываете, то я получаю ваши души. Как-то так. Получается, Cuphead, в общем, схватил кости и кинул. А его брат Магман, в общем, сказал: что ты делаешь, там, не вздумай. Но было поздно, а Cuphead уже кинул, как бы, кости. И, как вы понимаете, он проиграл, то есть по-другому и быть не могло. Они поняли, что они отворили, смолились там перед дьяволом: пожалуйста, не забирай наши души, там, мы, скажем так, сделаем все, что угодно, да? А дьявол решил: хорошо, сделайте все, что угодно. Вот у меня, значит, есть договор. В нем, скажем так, несколько моих должников. Вы должны пойти и забрать их души. Как-то так. И после этого взял их и вышвырнул на улицу. Вот такая вот печальная история. Cuphead и Magman, в общем, быстренько постарались вернуться домой, к своему отцу-чайнику, да? И спросить совета у него. Возможно, перевод немного некорректный, но смысл, я думаю, понятен всем, кому интересна эта игра. Кто знает английский, может прочитать более подробно. Так, часы, давайте вы там уже скорее. Вот они прибежали к своему отцу. И что он говорит? В общем, придется вам отрабатывать. Наверное, так он говорит, да? У него спрашивают: что нам делать там? Мы попали. Он говорит: нет, ничего не получится сделать. С дьяволом придется идти на его условия. Так. Что еще? Вы должны играть долго, чтобы выполнить этот контракт. И что еще здесь? Ну, как бы, те, у кого вы захотите забрать души, как бы, будут против. И для того, чтобы они вас, как бы, ну, не победили там, или что-то вас не заразили, вам вот такое зелье дается. В общем, это какое-то магическое зелье. Так, мы его использовали. И что теперь? Теперь нам нужно пройти туториал, то есть
как нам управлять в этой игре. Вот, получается управление. Сначала мы вот так вот можем пригинаться, да? Прикольно. Так, дальше, прыжок. Запрыгиваем. А, так, прыжок. То есть мы вот так пролетать можем, да? А, прикольно, смотрите. Если мы нагинаемся и прыгаем вниз, да? Можем спрыгивать с этажа. Так, это у нас мы стреляем, понятно. Если мы держим С. Так, а как нам подойти? Сложно. Вообще управление сложное очень. Не совсем пойму. А, вот получается, нам нужно держать так вот и стрелять. Что-то непонятно. Я вообще пальцы себе поломаю, если так буду делать в игре. Так, дальше пробел. И что нам нужно? Нам нужно, получается, двойной прыжок, да? Так, а для того, чтобы душу освободить, нам нужно вот это, где сердце. В общем, прыгнуть как-то на нее, да? И последнее, это что? Какая-то атака супер крутая. Как это делает? Подождите. Я не пойму. Супер крутая атака. Что это? Что это? А, вот. Прикольно, ничего себе, какая атака. Так, ну и, соответственно, собирать монетки, чтобы потом можно было что-то там делать. Все. Краткое обучение пройдено. И переходим... То есть, ну, сначала туториал. Узнали предысторию. Научились управлять нашими персонажами. И теперь непосредственно перейдем к самой игре. Так, часики, давайте быстрее. Чего вы тянете? Вот у нас выход. Так. Смотрим. Получается, вот наш домик. Тут мы живем. И вот мир, в который мы вышли, да? Там вот лодка. Может, на лодке куда-нибудь уплыть? Ну, а мы от дьявола не спрячемся. В общем, идем по дороге. Другого выбора у нас нет. Так, что это за Чиполлино? А, привет. Так, что там еще? В общем, я тоже был каким-то там таким, как вы, беззаботным, там, летал по миру, собирал, там, приключения разные у меня были и так далее. А, но сейчас я уже старый. И что там еще? В общем, я вам дам 3 монетки, чтобы вам легче было выжить, наверное, так как-то, да? А что это? Так, давайте глянем, что это. Forest Lollies. Run and Gun. То есть бежи и стреляй. Ну давайте попробуем. Здесь кроме того, что выколачивать души там с должников, наверное, еще нужно будет кучу всего сделать. Попробуем. Пройти Run and Gun. То есть бежи, стреляй, да? Так, главное здесь разобраться с управлением, потому что... Одно дело, когда мы проходили туториал, а другое дело, когда... Ай! Ай-яй-яй, ну вот уже сразу ошибка. Если я немного путаюсь в управлении. Страшно ведь. Первый раз. Так, давай-давай-давай, вылазь. Опа. Ай! В общем, вы поняли, одна жизнь у меня... Первое впечатление как бы не очень. Я так понял, у нас неограниченное вот это вот количество выстрелов. Опа. Поэтому лучше их так вот почаще стрелять. Опа. Нормально. Немного разыгрался, как бы, но опять же, это немного. А интересно, эту рептилию можно как-то... Прибить. Ой. Так вот. Отлично. Ой, а ты кто такой? Ничего себе, вы это видели? А!
Так, ой, блин, не, лучше я эту монетку не буду брать, слушайте. Я, конечно, все понимаю, хочется, но... Это будет дорого мне стоить. А-а-а, подождите, нужно было лететь. А как лететь, я уже не помню. Купить, я с первого раза почти дошел далеко, вот как. Ладно, попробую еще раз. Так, нужно разобраться, получается, вспомнить. Как там было лететь? А, вот так вот, все. Эту монетку можно было взять вот так. Все. Я уже постараюсь не тратить жизнь впустую вначале, потому что дальше там, видите, сложно все. Так. Опа. Ой, какая штука летит в меня. Вот, хорошо. Здесь я жизнь не потерял. Ай, ай. Так, давай, давай, давай. Там кто-то бежал на меня, нет? Этот синий, получается, его бей, не бей, он все равно, видите, оживает. Еще рептилия там всякая. Так, в общем, аккуратно нужно. Нет, я подожду, потому что он, видите, быстро так вылупляется опять. Так, красный этот... Ух ты, он все-таки смог в меня плюнуть. Так, я уже забыл, как... Опа! Как лететь. Ага, вот так лететь. Ух ты! Видели? Из-за того, что я забыл, я потратил жизнь. Блин, еще это редиска... Ай, ай-яй-яй, ну ты опять за то, что захотел взять. Ай-яй-яй-яй, ну как это? За то, что я захотел взять монетку, я проиграл. Тяжелая игра. Ладно, я надеюсь, с третьей попытки Бог любит троицу, да, у меня все получится. Опа. Получайте, получайте. Ой. Как же с тобой бороться? Давай, 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 быстрей. Ах, все-таки он кинул меня этот шар. Но я к этому готов. Получается, за то, что я просто их этих мочу, всяких там гадов, мне как бы никакого бонуса не дают, да? Я так понял. Смотрите, у меня уже неплохо получается, только нужно развить свой успех. Давай, давай, давай. Опа. Так, все, отлично. Успел, пока он не плюнул меня ничем. Опа. Отлично. Так. Есть. Блин. Ай, зачем я прыгнул? Это просто жесть. Так. Ну что, рискнуть опять? Ах, все равно я не взял эту монетку. Ну зачем я рисковал? Я не знаю, как ее там брать. В итоге я проиграю сейчас опять. Так, а ну-ка. Вот, зато я здесь перелез. Да, ненадолго. Так, ну что ж. Не знаю уже. Третья попытка была неудачной. Все, я ошибся там несколько раз на этой монетке. Как ее брать, я не знал. Ой, утка, стой! Блин, стой, сказал! Фух, все-таки она меня не ударила. Получается, что когда она ко мне так бежит, сильно близко, то у меня не получается, нет времени на то, чтобы остановиться и выстрелить. Получается, если я разворачиваюсь, не успеваю выстрелить, как бы, она меня убивает. Ну, не убивает, жизнь забирает. Ох, фу! Только что меня чуть не съела эта рептилия. Так, ну, видите, вот до этого места я дошел, жизни не потратил, это хорошо. Так, лучше здесь не прыгать, лучше вот так вот подождать. Я просто распрыгнул, как раз у меня четко там вот попала эта штука. А! Фух! Ой, ой-ой-ой, фух, как меня пронесло. Так, стоять. Так, нужно отдышаться, фух, и перелететь. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй, как, куда, куда подеться, блин, все-таки меня, в общем, на жизнь на одну развели, да? Вот у меня есть монетка,
Так, стоять. Ух ты, что это? Что это? А, это какой-то злой самовар, который пускает этих гадов. Ого! Вот это да. Так, мне сначала нужно эту синего этого. А! Блин, вы видели, как я там вообще проскочил, я не знаю. Так, получается, нужно мне как-то здесь успеть. Раз. Успел, отлично, взял монетку, успел. Лучше я здесь наверх запрыгну. Ух ты, стрелочка. Ничего себе, браво. С четвертого раза я все-таки ее прошел. Ха-ха. Ну ничего. Главное учиться. Так, смотрите, время. 3 минуты, да? Это бонус маленький, потому что хп у меня это забрали, это жизнь. Монетки не все собрал. Пэйри. Что такое Пэйри? Дай минус, это, короче, плохо, да? Ничего себе. А почему плохо? Кто знает? Да, вот, получается, белый флажок. Я прошел этот уровень. И могу идти дальше. Но для начала давайте заглянем в магазин. Здесь у нас магазин интересного. Ух ты. Привет. А у меня... Так. Интересно. Жизнь. Получается, добавляет жизни, но уменьшает атаку. В общем... Это граната. А, invisible, то есть не... В общем, я для врагов невидимый. Ясно, я как бы... Наверное, пока не покупать ничего не буду, потому что монеток мало. А зарабатывать их, я так понимаю, сложно. Я думаю, кто уже знает, в курсе дела в этой игре что-то, а в комментариях подскажите мне, пожалуйста, а для чего что здесь нужно. А вот еще какая-то грядка, там кто-то стоит. А уже в следующем обзоре, как говорится, если он будет, тогда я как бы уже зайду в магазин и все этот куплю, что нужно. Благодаря вашим рекомендациям. Так, какая-то ботаник паник. Прикольное название. Ладно. Типа там растения, панические растения там или что-то. Что-то такое непонятное. Так, ой-ой-ой, подождите. Ой. Ох, ничего себе. Почему так сложно сразу? Я ж не готов. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ой-ой-ой. Ого, как часто. А-а-а. Все-таки он меня попал. А как же было там прятаться, если он так... Ох, все, я его прибил. Отлично. Ой, ой, луковица. Блин, ты чего? По-моему, луковица меня сама испугалась. А-а-а. Это Чиполлино, блин. Ай. Чиполлино, ты чего? Я ж тебя вообще... А, ну да, я к нему пришел. Блин, я умер. Обалдеть. Смотрите, я прошел 2/3 с первого раза. Опять этот, блин, редиска, в смысле, картошка. Ой. Так, а как же быть здесь, а? Ай, ну что ж я здесь попадаю все время, а? Почему вначале так часто у меня плюется, а потом в конце реже? Фух, так, Чиполлино. Я в него так много выстрелов уже сделал. Может, в него нужно какой-то суперудар сделать, а? Ага, не делается почему-то. В общем, мне просто прыгать не нужно, мне просто нужно бегать здесь аккуратно. Все. Чиполлино повержен. Там получится 3 врага у нас, да? Ого, морковки разные. Видите, я тоже не лыком шит. Я уже научился немного играть в эту игру, да? Управлять здесь. Ах ты, класс. Прям какие-то томагавки, блин. О, опа.
Важно не переставать стрелять в него, да? Вот так вот. У меня две жизни есть, это хорошо. Вдруг он меня хоть раз попадет, будет хоть в запасе немного там еще. Ну, пожалуйста. Пожалуйста, почему ты не умираешь, а? Я же тебя так хорошо... Ох ты, есть. Я так хорошо ему насыпал, что я думаю, он решил все-таки сдаться. Ой. Так, опять, видите, время, в принципе, небольшое, да? Сколько там? Минута 45. Одна жизнь я потратил. Skill level. Рейд C. Супер метр. Короче, я ничего здесь хорошего не сделал. А почему? Что мне нужно было сделать, чтобы была лучшая оценка? Я не знаю. Как бы никаких подсказок нет, как бы на английском языке. Возможно, вы как бы вот мне сделаете подсказку в комментариях, и я буду знать. Так, какой-то контракт, смотрите. О, получается, я душу уже... Я выполнил, да? Одно задание дьявола. Ничего себе. Так. Получается, что здесь? Яхта какая-то. Я могу на ней куда-то плыть. Там рыбка вот. А кто ты такой? А, манки, обезьяна. Что-то там непонятное, в общем. В общем, дьявол тут все контролирует. Ага, я думал, с ним драться придется, но нет. А, так, ладно. Придется идти вот туда, наверное, вверх. Или, может, куда-то поплыть могу? Клип Джоэн Каламити. Интересно. Что это, будем плавать? Ого. Не понял, что с ними драться? Ого. Ой. Получается, мне нужно их выбивать, да? Обалдеть, опять драка. Ай! Так как это ж? Да вы что творите, а? Ух ты! Не-не-не, это без меня. Как здесь можно вообще выжить, слушайте? Я понимаю, что они классные парни, но, блин, чересчур они... В общем, я умер. И это был только... Была только треть этого уровня. Ладно, я еще раз попробую, но не факт, что я все-таки пройду. Довольно-таки сложный уровень. Здесь как бы с этими светлячками ничего страшного, да? Ага, лучше пригинаться, в общем. Все, я понял, лучше здесь пригинаться. Я стреляю в них, а им по барабану. Как были такие веселые, жизнерадостные, так они и остаются, да? Опа, лучше я пригинаюсь. О, надеюсь, я сейчас лучше прошел. Ой-ой-ой. А куда он делся? Теперь они с двух сторон уже по мне. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Там вентилятор получается, смотрите. Ух ты, блин. Вот это сложно. Может, мне еще немного потерпеть всего. Ой-ой-ой, что он делает? Что он делает? Сейчас какой-то подвох будет. Фух. Я на это не поддался, смотрите. Не потерял жизнь. Ой. Блин. Хватит уже в меня. Что здесь нужно сделать? А ну-ка. Зря я подбежал. Лучше прыгал бы долго, но с жизнями. Может, какой-то суперудар нужно? Нет. Не получается. Что-то нужно все-таки сделать. А-а-а! В общем, я попал. Видите, я прошел две трети этой карты, но, к сожалению...
не получилось у меня. Фух, да, замучили меня, честно, замучили. Ну а что, зато игра интересная, как по мне. Надеюсь, вам тоже она понравилась. А если вы хотите увидеть продолжение, то пишите об этом. Давайте свои советы вот по мини-играм, по заданиям, по магазину. Буду вам за это благодарен. А также поддержите это видео своими лайками. Как бы будет ваше пожелание и ваша поддержка. Обязательно запишу продолжение. Возможно, полностью ее пройду. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Оставайтесь с нами, дальше будет только интереснее. Пока-пока.